Друзья, привет! Сегодня мы с вами едем на концерт легендарной группы ДДТ. Едем мы в город Франкфурт. Концерт у нас в 8 вечера. Сейчас время 4:30. Думаю, должны успеть. Так что, кому интересно, такое, поедем. Друзья, помните, раньше кассеты были? Лет 35 назад, 40. Назывались BSF, Басов. Вот здесь их производили. Это завод пластиковый. Пластика. Очень большой. Там одна смена. Что-то больше 7 тысяч, что ли, народу. Так что так. Прямая труба была с России, газовая к нему. Из России шла. А это наш красавец Рейн. А по-русски? По-русски Райн? Не, по-немецки Райн. Да. Сразу на рыбалку захотелось. Так, нам еще ехать 1:09, 90 километров. Покажу скоро вам знаменитый аэропорт Франкфурта. В общем, мы стоим в штау, как сказать, в пробке по-русски. Потихонечку ползем. Потихонечку ползем. Вот, едет обшлеп. Видимо, машина там сломалась, и ее надо убрать с дороги. Здесь есть музей цепелинов. Здесь у нас над автобаном проходит электрическая ветка. Это пробный проект делали для грузовых автомобилей электрических лет 10 назад. И непонятно, получилось, нет, но еще они стоят. Никто не сдал на металлолом. Обычный немецкий автобан. Полосы в одну сторону. Автобан А5. С левой стороны должен появиться аэропорт Франкфурт. Вижу, здесь куста. Вот аэропорт, а слева его видно. По этой дороге, не, едь за этой, за грузовой. Держись по ней, потому что там другой автобан. Там на тройку. Мне на Б43. Нет, мы прямо правильно. Видишь, на 43, на желтый держись. Да, он тебе показывает, видишь, не правый крайний, а средний. Да, запутался тут. Сейчас левее, да. Хорошо, Google хорошо освещает. Мы сейчас мимо них проедем. Смотри, вот такую дорогу, знак тут налево. Майн. Вот мы туда едем, где купольная крыша круглая. Замечательно. Почти приехали. Ехали мы 2 часа, что ли? Да. Не 2, чуть меньше. Ну почти. Да, почти. Ну нормально, на самом деле, учитывая, что это не пропадем. Вот здесь направо. Тут уже мы не потеряем его. Он уже там. Прямо у входа. Удобно. 8 евро. 8 евро. 8 евро парковочка. Надо, наверное, сразу деньги давай. Есть деньги? Этим? Да. Сразу деньги давайте. Наличечку. Ну, конечно. Все, у меня есть 5 есть у меня. Что они, русскоязычных бы наняли? Да почему они местные? Народу немного.
проехали. С приездом! Приездом! Хорошим вам концертом! Народ тусуется у входа, концерт 8, время 6.10. Может быть, еще не пускают. Поэтому казино, все как надо, все как подобает. Еще не запускает. А мы сейчас сфотографируемся красивой вывеской. За полтора часа до начала нас начали запускать. И радуга вышла дополнительная. Так, нас, короче, сейчас будут проверять, чтобы колющие, режущие бомбы не были у нас. И алкоголь, наверное, также. Но у нас ее и нету. Смотрите, какая яркая. А что, раз у тебя нельзя стоять? Нет. А мне видно, что я... Старенький. Да. Как ты посмела меня стареньким называть? Пойдемте. Это картина, реклама. Русское телевидение не надо тебе? Картина. Гардероба. Сейчас разденемся. Немного выпьем для разогрева. Апельшприц 8. Фан 2. Брецели. Апельшприц. Вода. Лилит Вильбери. Сект. В общем, судя по ценам, пиво сколько стоит? 5 евро, да? Мне кажется, дешевле. 5,50-0,4 вот этот стакан. Да, да, да. И берутся фант. Ну, стакан стоит 2 евро. Можно обратно его сдать. Я взял винный напиток с водой минеральной. Стоит 8 евро. У меня, короче, допель. Это столько вина, столько воды. А у меня допель-то эспрессо, это 6 евро. И еще брецель, получается, 3 евро. Брецель 2 евро стоит. А, 2 евро. Да. Ну, значит, получается, да. Получается 8 евро все вместе. Сейчас еще сходим, узнаем, сколько стоят футболки местные. Как вы думаете? Вот Depeche Mode стоил 50 евро футболка. Ну, 30-ка точно, наверное. Ну, думаю, евро 40. 30-40. Кстати, делаем ставки. Надя, сколько стоит? Не участвую в этом конкурсе. У нас еще время есть. Сколько часов? Полтора часа. Ну, обычно майка это 10 евро, ну, а с картинкой будет раза в 3 дороже. Ну, я думаю, 30 не будет стоить. Не будет? А. Посмотрим. Данила Козловский приедет. Ищем футболки. Не знаем где. Какой зал красивый. А вот здесь продают. А мы и не знаем. Пойдем еще поднимемся, Кир. А, не пускает. Работаете? 30 евро, ты бы угадал. 30 евро футболки. Флаг 20 евро. И 30 евро. Где проходят концерты? Магнитики. Начало есть. Ну что, будем подойдем уже? Да? Куда? Надю берем и идем.
понимаем одну вещь. Один мудрец питерский, он хорошо сказал, причем не так давно, один философ наш, кухонный, питерский, настоящий, доморощенный, он сказал, благородный чувак, он никогда не изменяет своим принципам даже во времена конца света. Чего я вам желаю? Сегодня будут звучать старые и новые песни. Сегодня будет много музыки. Но той музыки, на которую мы намекаем вам. Вот. Много слов будет. Дождь. Звонкой пеленой наполнил небо майский дождь. Стану всем, всем чистого неба. И, конечно же, Германию. Спасибо, друзья. Рок-н-ролл для нас — это мир. Это мир. Рок-н-ролл — это все хорошее, что есть в человеке. Лично наш рок-н-ролл. Да. А те, кто поддерживает насилие, ну, назовем их так, это мудаки с гитарами. Идешь по улице, в любом каком-то месте мира, и обязательно родной, любимый, мрачный прищур. До глубины души любимый. Это же класс, везде, везде. Стая, про то, как нас всех раскидало. Но мы держимся, держитесь, братцы. Когда-нибудь мы соединимся в одно прекрасное целое. Спасибо. Берегите себя. В кашу дыма и огня, сократившись в уголек, в объятиях этого костра, мое сердце разлетелось на петарды фейра. У друзей на кухне мы одновременно говорим, ждет на блюдах лето
с кровью и гарнир ушедших зим. В феврале беда случилась, стала вечностью за час. Загипнотизировала нас. Вадим, Коля, так много ваша значит. Не сломайте, вселенная заплачет. Фарфира, керамика и сталь. Долго брел в темноте. Раз 15 подряд. Шутка удалась. Поехали, друзья. Что-нибудь посвежее. Немножко ее переаранжировали. Почему? Потому что старая аранжировка надоела. Что такое осень? Это небо, плачущее небо. В лужах разлетаются птицы с облаками. Осень, я давно с тобою не был. В лужах разлетаются птицы с облаками. Осень, я давно с тобою не был. Поем, друзья. Осень в небе жгут корабли. Осень в небе прочь от земли, там, где в море тонет печаль, осень темная даль. Что такое осень? Это камни, верность над чернеющей рекою. Осень вновь напомнила душе о самом главном. Осень, ты опять лишён покоя. Осень вновь напомнила душе о самом главном. Осень, я опять лишён покоя. Осень в небе ждут корабли. Осень в небе прочь. Ну что еще, лечить людей, да, учить детей. А на самом деле, вот мы занимаемся так долго рок-н-роллом, и, наверное, там все это есть немножко. Двигаем и то, и это, и детей учим не быть злыми, потому что рок-н-ролл для нас – это любовь. Любовь, друзья. Очень самое главное. И мир, мир. Мира вам, друзья. Мира, добра, любви. Вот что такое рок-н-ролл. Но не может настоящий художник, если даже ты таковым хочешь стать, но не может он воспевать зло, ненависть. Не верю я в это. Есть талантливые ребята, могут, умеют материться. Но все равно они матерятся о свете и любви.
Или нет? Ну все, я молчу. Я люблю поговорить, знаешь почему? Потому что в России мне молчать приходится. Там что-нибудь скажешь, тебе молчи, тут же тебя посадят. Ладно, хорошо. Лучше петь. Хорошо, все. Поехали. Спасибо. Вон Уфу вижу, Уфа, Зор Рахмат. Спасибо. Спасибо. Ну что, вот песня такая, которая нам очень нравится. О весне она, о нашей с вами жизни. И о том, что все-таки, друзья, несмотря на Армагеддона, Романа, Антона Шмакова, Костя Шумайлов, Юрий Шевчук. Спасибо, друзья. Спасибо большое. Спасибо. Простите, если что-то было не так. Мы прожили неплохо эти 2.5 часа. Спасибо, друзья. Дай вам Бог. Добра, мира. Спасибо, друзья, спасибо. Прозрачной водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Классно, да? Я не знаю, я... Вот я ее почему-то не устаю петь. Вот именно эту песню, не знаю почему. Что же мы возьмем с собой, да, друзья? Что же останется после нас, да? Музыка! Побледневшие листья окна зарастают прозрачной водой. У воды я ее писал 3 года, эту песню. Кстати, серьезно, я в год, у меня выходило по куплету. В год по куплету, и через 3 года я ее написал, да. И был страшный рад, да. Спасибо. Побледневший. Самая популярная песня года. Браво, Юрий Леонидович! Ее поют на выпускных, на похоронах и на свадьбах. Шикарно. И на днях рождения многочисленных. Ну все, поем. Побледневшие листья окна зарастают прозрачной водой. У воды нет ни смерть, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горсть тепла после долгой зимы донесет 5 минут до утра. Доживем наше море вины. Время дыра. Чуть помедленнее, да, Тёма? Нет, просто я её загнал. Извините. А, команда. Ещё раз, друзья, припев. Это всё, что останется после меня. Это все. Вот ритм правильный. Что возьму я с собой. Нормально. И вот эти резервы мы с вами. И резервы добра, друзья. Ура! Правда, ура, друзья! С нами память сидит устала.
а в руке ее пламя свечи. Ты такой хороший была, посмотри на меня, не молчи. Крики чайки на белой стене, окольцованы черной луной. Нарисуй что-нибудь на окне и шепни на прощание рекой. Это все, что останется после меня. После меня. Это все, что возьму я с собой. Только любовь. Это все, что останется после меня. Это все, что возьму я с собой. Свет привезли из Риги, экраны собрали со всей Германии, ну и вас тоже, со всей, наверное, Европы, да? И не только, я думаю, многие приехали из России на этот концерт, да, из Украины, безусловно. Спасибо, друзья, спасибо организаторам, всей команде, Ивента и отдельно Илье Рысину. Они молодцы, друзья. Технические компании. Что, понравилось? Ну, классно. Я уже давно чувствую. Молодец. Я еще 18 лет. Да. Друзья, все, у нас концерт закончился. Мы вышли. Было почти 3 часа. Нам очень понравилось. Ну, по крайней мере, нам. Всем. Всем понравилось. Отлично. Так что... Дядя Юра в своем репертуаре. Молодец. И почти 3 часа пел. И мы даже не знали, он сам сказал, что полгода назад у него инфаркт был. Да, человек. Инфаркт через полгода вообще он очень хорошо отжил. Да, да. Для возраста состояние. Вспомнилась мне армия, потому что в 93-м году, будучи в армии, я слушал песню. Что такое осень? Дембельская песня у меня была. Из каждого утюга с радио играла. Так что такие пироги. Ну, кому понравился концерт, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем привет. А нам пора домой. А мы домой. Пока. Леша и Макс.